гостеприимное место Николая Чудотворца. Когда мы собирались, были тучки на небе. Пока мы доехали, здесь находились погодка замечательная. Сегодня 23 сентября. 29 градусов или 30. Уже все-таки не такое ты. Все, всем привет-привет. Пойдемте, мы теперь решили сходить сейчас вот через этот... В сувенирные. Идем в сувенирные магазинчики. Может быть, что-нибудь и прикупим. А здесь нас встречает Ноэль Баба. Это так в Турции называется. Ноэль Баба. Здесь. Цены здесь, конечно, понятно, да? Здесь все у нас для туристов. Ну ладно, посмотрим, что тут интересненького. Даже еще вот это мне надо. Так, эти штучки по 7 долларов. Магнитики вот эти были по 2 доллара. Вот такие деревянные. Они. Ой. Я открою. По 5 долларов. Такие цены. Но остальное. Что-нибудь, если узнаю, еще покажу. Штуки 10. Выбираем на память вот такие вот сувенирчики обязательно. Пойдемте, упакуем. Без Николая Чудотворца никак. Это мое. Это я отдельно, я его за него рассчитаюсь лирами. От иконного центра мы вот прямо прошли до вот этой улицы, вот крещение, здесь вот мечеть. Есть еще какое-то здание, и нам нужно повернуть налево и идти туда прямо километра 2-3. Там будет город мира, в который мы направляемся. Исторический центр мира, можно так сказать. В общем, мы двигаемся туда. Шагаем по дороге. Вот такие цены на еду. 35-30, 25-17, 14-15. Ожгельденис написано, это значит добро пожаловать. Мы шагаем прямо, дошли еще вот до одной мечети. Это мы все еще находимся в городке Демре. Мы двигаемся по направлению к городу мира. Вот виноград по дороге вот растет. Смотрите, вот прям прибрежный. Придорожный виноградик, инжир. Ладно, если еще что-нибудь будем проходить, покажу. Галя, Люда, помните, мы когда с вами шагали здесь по этой дороге? Мушмула тогда росла, апельсинки, лимончики. Я уже про... А, этот... В
вкусный такой, дуд по-ихнему называется, как, а по-нашему, я забыла, ну, черненькие такие, они сейчас продаются, ой, сейчас вспомню, скажу, сейчас забыла. Я все еще иду, вспоминаю, еще не вспомнил. Вот тут пока проходим уже, оливочки растут. О, какой урожай, похоже, будет хороший на оливки в этом году. Все улеплено. Туристы с оливками. Вот. Где бы еще увидели так, чтобы на дороге прям вот оливки растут. Обалдеть, мы шагаем. Вы посмотрите, какие гранаты висят. Ой, какие они шикарные. Такие большие. Ой, какая красота. Вспомнила, как эти ягодки назывались. Девчонки, шелковицу же мы с вами ели по дороге. Шелковицу. Дальше видим, что у нас тут еще растет. Хурма. Так, нет, а вот это у нас, это мандаринки. Ой, смотрите, они прям вот уже лопнули. Эх, машина тут. Лопнули и раскрылись. А это растет хурма. Ребят, смотрите, какая она большая тоже. Ну, правда, она еще зелененькая. Те, которые вон уже типа поспели, они уже бах и упали. А это, вот сейчас я прям рядышком подойду и потрогаю. Вот. Такая большая довольно-таки хурма. Ну, там что-то там у тебя, апельсинки уже? Мандаринки. А, мандаринки? Мандаринки пробуем. Сейчас пока дойдем. Сейчас пока дойдем, всего напробуемся. Ничего, сладенько или кисленько? Кисленько. Кисленькие еще? Ну, пускай себе. Ну, те, которые прям лопнули. Ага, шагаем дальше. Деть, через какую красоту мы шагаем. Ой, ребят, вы только посмотрите, какая красота. Ой, какие шикарные прям грозди. Ой, прелесть просто. Ой, сколько красоты насмотришься по дороге. Как хорошо прогуляться пешком по незнакомому городочку незнакомой страны. Не, ну страна знакомая уже. Турция уже как родная, 25-й раз-то шагать тут. Продолжаем шагать по жилым кварталам. Ну, там в основном парники были, где вот мы проходили, там были в основном парники, там все выращивали. И мы скоро еще до одного поворотика доберемся. Если шагать по этой дороге, которую я показала, все время шагаем прямо. И немножко вот она как бы поворачивает вот туда влево. Вот сейчас там уже скоро гора покажется. Мы сейчас шагаем, вот уже гора. Люда, Галя, помните вот этот поворот? Мы здесь решили передохнуть. И дедушки вот тут вот сидели, вот здесь вот в кафе. И они нам налили чай. И на... я вот, да, я присела вот, вот на этой лавочке. А Галя с Людой сюда хотели, видать, что-то спросить или просто... И им налили чаю всякого разного. И меня позвали. И мы тут попили просто чаю. Ну, дедушки были такие старенькие. Ой, их нету. Дай Бог им здоровья, лишь бы они не умерли. Они нас спасли от жажды. А мы... Ну, нет, нужно... А мы вот-вот уже почти к горе приближаемся. Ой, какие, смотрите, какие гранаты мы все. Оля, покажи, ну-ка, в ладошку, какой. Никак. Смотрите, какие большие гранаты. О, мы здесь вот закусим гранатиком. Так. Ой, подождите. Я держу, вот. Мы тут презентик взяли, взяли гранат. Чай мы не будем, мы будем гранатом закусывать. Мы двигаемся уже. Теперь вот остался еще поворот, вот туда я показываю. Сейчас вот сюда мы будем поворачивать. Давай, держи. Сейчас. Это. И там остается сколько еще шагать? Ой. Кто говорит 2 километра, кто говорит 3 километра. Ну вот, к этому историческому комплексу мира мы уже почти пришли. Вышли без 20. Время сейчас 10 минут. Значит, вот 30 минут двигаемся, но это с остановками. Мы останавливаемся на всякие винограды, апельсинки, цветочки, еще что-нибудь. Если бы быстро-быстро добежать, ну, наверное, минут за 20-то можно. Так, таксисты там попросили 50 лир. Ну, за 500 рублей-то мы сами тут дошагаем, тем более столько красоты посмотрим. Так что мы у нас
туристы бюджетные, экономные, сами себе ходячие. Вот мы топ-топ-топ и шагаем. Шагаем, а навстречу всякая красота попадается. Здравствуй, откуда ж ты такой красивый-то взялся? Ты красавчик. Вот где же мы тут? Конечно, за 30 минут мы не дойдем, потому что всякую красоту по дороге встречаем. Ну вот, мы и добрались самостоятельно до Миры. Сейчас в это время туристов нет, никого нет. Такая красота и наслаждение. Сейчас мы посмотрим, сколько сюда стоит билетик. Здесь тоже, конечно, сразу везде все с Николаем Чудотворцем связано. И что вы там увидели? А, вот что вы эти. $15. Он цены не знает. Он ошибается. Ага. Слава соли хотят крестик. Домой или в машину. Ух ты, какой он тяжелючий. Ой. Ну, красивый. Сколько этот? Кач лира? Лира. Аблачим, бунар $39. Доллар взяли на А доллар? $39. $39. Отуз до кус. Доллар. А, 350 лира. Анлады, анлады. $39 большой вот этот. Центры тоже все. Вот тут свежевызатые соки из апельсина, граната и мороженое. Вот здесь можно посидеть, отдохнуть. Так, мы идем сейчас смотреть, сколько стоит. Так, ну это мы видели. Так, теперь, ну в общем, мы добрались. Сейчас я вот это покажу. Сейчас я покажу цены. Сейчас я вот сюда вот зайду. Приближу вот эту вот наскальной гробницы мира. Это вот там амфитеатр находится. Так, сейчас тут очки положу. Подождите, ребят. Сейчас я не знаю, пойду я туда, не пойду. Я там была 4 раза. Вот эти наскальные гробницы. Там амфитеатр, все, там вот столько много камушков интересных, красивых, которые сохранились. И, в общем, сейчас я подумаю, идти или не идти. Ребята, конечно, не первый раз, пускай сходят. Слава, по крайней мере, первый раз. Сейчас цены покажу. Цены на эту красоту у нас такие. Так, оно... Кстати, оно работает, ребят, смотри, до 17, это 30 или 17-15. А нет, там выше другое, до полвосьмого. В общем, не знаю, какие тут. Цена 55 лир. 90, 60. Ой, 30. В общем, братья, я так думаю, что наш вот этот, который 55 лир, да, стоит билетик. Сейчас. Все, ребята у меня отправились в путь смотреть вот эту красоту. Слава будет первый раз созерцать такое счастье. Оля там, хотя Оля была там в 2014 году вместе со мной. Мы ездили. Вот, сейчас Оля теперь немножко покажет Славе. Вот. Так, это все работает до 7 часов вечера. Так что сейчас Оля там поснимает. Мне что-нибудь потом перекинет. А я посижу в кафешечке и помонтирую ролики. Пошли, ребята, на прогулочку. То у меня уже у бабушки сил нету лазить по этим скалам. Я буду отдыхать, а им хорошего путешествия. О, вспомнила. Завтра сюда, в это место, еще приедет Ленкин дом. Ленок, привет, удачной тебе здесь прогулочки. Вот Ленок вам все снимет, тут еще покажет, она будет... с экскурсии путешествовать. Я здесь была уже 4 раза. 2 раза. Вот там наверху еще вот крепость, скала. Амфитеатр вот здесь вот большой тут посмотреть. С экскурсиями была, все, что говорили, все равно все позабывала. Если что-то мне интересно, можно информацию я раз почитаю в интернете, запомнила. И мне больше нравится просто гулять, смотреть самостоятельно, потрогать, прикоснуться вот к древности. Так что, как-то так, прогулка у ребят началась. О, еще вспомнила, Людочка, Галочка, мы же здесь с вами тоже были, вот в 2019 году-то приезжали. Я, кстати, там внизу, если порыться
в моих ютубных роликах. Я, по-моему, монтировала какие-то видео, как мы сюда ехали, как мы здесь тоже гуляли. Галочка, Людочка, здесь вот мы с вами чай пили, тоже по сувенирам шарохались. Так что это где-то есть в моих маленьких роликах в самом-самом начале. Ой, пойду-ка я кофточку посмотрю. Обратно мы решили поехать на такси. Нагулялись, и теперь мы поедем на такси. Мэраба и Акшамлар. Отугар гидиором. Все, мы поехали. Все, мы нагулялись. В мире теперь мы едем на автовокзал Демре. Нам уже в лом идти назад пешком. Ноги уже стерли. И решили мы ехать. Водитель предлагает вон сразу в Каш уехать. Тут до Каша осталось всего 45 минут. И такси можно будет, да. А, на такси 20 минут. Представляете, Оль, Слава, представляете, на такси до Каша 20 минут всего. 20 минут такси. Ага. Ясненько. Вот видите, как близко. Это Каш, это такой маленький, красивенький, уютный городочек, который очень-очень похож на Грецию. А здесь вот мы сейчас прям 2 секунды и будем уже у автовокзала. Люда, Галя, привет вам тоже с этой дороги. Помните, мы здесь мчались. Так, пока сидим, ждем автобус на Анталию. У меня тут друзей, вот песель, вот прям уже и печеньками его покормила. Сейчас, я тебе бараночек сейчас еще дам. Айда, мой красавчик, айда. Айда, я тебе бараночек дам. Ты посмотри, какой вот он сядет на лавочку, ой, рядышком сидит, мне лапочку положит. На, мой золотой. Ну, мы же печенечки скормили. На, скорее, бараночки пожуй. Сядет такой, лапочку сюда положит и смотрит такими глазами прям человеческими. Песель, посмотри на меня. Посмотрите, какой вот он хорошенький. Вот каждую бараночку вот он поднимет, подберет. Вот мы его угощаем, да? Добренький пес из Демри. Да? Добренький пес из Демри. Кушай бараночки. И Таня. Нет, он еще лежит тут. Он вот он отойдет, пожует такой. Молодец. Он культурненько так. Молодец, песенька. Молодец. Возвращаешься? Нет? Песель, ты возвращаешься? У тебя еще остались баранки. Ай да, возвращайся, дружок, возвращайся. Он культурненько, он по одной, главное. Скушай ты. Вот, собачки нас тут провожают в путь на Анталию. Песенька, что ты там выпрашиваешь у Славы? У Славы мяса нету, баранки у Тани. Таня выдает баранки. Дружочек, пойдем. Я же баранки выдаю, отстань от Славы. Песик, ну, как тебя назвать? Песик Демри, на. Тут уже объелся, что ли? Ну, у Славы нету ничего. У меня есть бараночки. На, кушай. Кушай, мой золотой, кушай. Так, все, ой. Да ты мой хороший. Кушай. Ну вот, все, сейчас как раз все запасы наши продовольственные скормили песику. Уже через 5 минут мы все равно уезжаем в путь на Анталию. Все, пришел наш автобусик на Анталию. Сейчас мы отправляемся в дорогу в Анталию. Все, наше путешествие в Демре закончилось. Вот мы уселись вот на такие места. Мы решили вот так вот занять, да? Вот тут место. С такими
панорамными видами. И я буду здесь вот так вот ехать и смотреть дорогу. Ну, уже будет ночь, когда мы приедем, уже будет в Анталии ночь. 10 часов. Время 7 часов вечера. Последний автобус еще отходит в 8 часов вечера. И ехать нам 3 часа. Сюда мы добрались за 2 часа 40 минут приблизительно. Даже не приблизительно, почти точно. 2 часа 40 минут мы добирались. Сейчас засекем время, сколько мы будем ехать назад. Ну ладно, по дороге еще покажу, и потом попрощаемся. До свидания, городок Демре. Мы уезжаем уже. Смотрите, как быстро-быстро уже стемнело. Прям 7 часов вечера, и прям 5 минут назад еще было светло, и уже все темнеет. Солнышко садится. Мы поехали в Анталию. Вот развилочка. Вот туда на Каш городок пошел, на Фетхие. А мы сейчас повернем сейчас поворотик на Финике и на Анталию. На таком красивом закате мы возвращаемся в Анталию и всем машем пока-пока. Всем спасибо, кто был с нами.